Мамонты Югры вновь оказались сильнее Тюменского легиона. Интересно, что команды смогли повторить точно такой же счет, как и днем ранее. Только если в первом противостоянии хоккеисты дотянули игру до серии буллитов, то во втором все решилось в основное время. Югорчане в первом периоде забросили две шайбы и ушли на перерыв с комфортным перевесом в счете. Во второй же 20-минутке команды на двоих оформили 5 шайб. Здесь на один гол были точнее хозяева льда, в заключительном периоде любители хоккея шайб не увидели. Итоговый счет 4-3 в пользу «Мамонтов Югры».